Всем привет! С вами канал Art Mania, и у нас обзор моей дачи 2 июля. По-моему, 2 или 3 июля. И представляете, у нас 2 июля, считайте, да? Кабачок уже вот такого, таких вот размеров. И уже красная помидорка. Одну красную помидорку бабуля съела, сейчас там другая уже розовенькая. Помидорочка и, конечно же, уже огурчик. Но он и был, в принципе. Потом огурчик. Там он кабачок. Видно будет или нет? Нет, не видно. Вот. Самые такие ходовые. Но огурчик мы уже давно едим. Недели две, наверное, как. Мята, крыжовник уже начинает краснеть. Уже краснеть, я уже тут поела немножечко. Он уже, смотрите, прям красненький. Вы представляете, то есть 2 июля, а уже это малинка. Крупняшечка, уже кушаем тоже недели две. Клубника закончилась и вишня еще тоже есть уже. Груши какие огромные уже, здоровенные. Так, чеснок еще молоденький, морковка только растет еще. Сейчас пойдем. А, ну не все вообще-то. Вот есть большая груша, есть поменьше немножко. Поменьше она потом созреет. Это, ну, немножко грушка болеет. У нас каждый год так чуть-чуть. Ну, груша уже большая. Неделю через две, мне кажется, уже можно будет грушу есть. А, яблоки здоровенные. Больше всего я жду яблоки. Хочу делать яблочный сок. Ветка висит. Кстати, чтобы у вас яблоньки, если тоже есть, чтобы они не сломались, вот эти вот ветки, подпирайте их. Вот стоит палка. В лесу можно найти много таких палок. И молоденькие деревца, которые не очень нужны, особенно которые растут около дороги, загораживают дорогу, царапают машины. Такие деревца можно использовать как подпорки. И она вот, сейчас я там вам покажу поближе. То есть вот она подпирает, поддерживает ветку, чтобы ветка не сломалась и яблочки все же созрели. Обязательно подпирайте, потому что вот у соседей у нас там, вот у них, вот видите, то есть, сейчас покажу, вот яблонька, вот она, они вообще не подпирают, видимо, они просто не знают. Бедное дерево, жалко, там уже одна ветка сломалась, и в прошлом году ломались ветки, позапрошлом, это очень больно, очень обидно. Не знаю, я очень люблю деревья, честно, особенно свои яблоньки. Вот эта вот яблонька тоже подперта у нее ветка, но там сегодня нету. Блин, в этом году нет яблочек. Вот. Там вон какая-то еще ветка пожелтела. Тут немножко яблочки. Такие тоже вон уже ветка, ее подпирать уже надо, ей уже тяжело. Здесь вот такой дремучий, красивый лес. Мне очень-очень безумно просто нравится этот сад. Эти сплетенные вверху деревья смотрятся просто великолепно, шикарно. Ну ладно, мы не об этом. Мы с вами не об этом. Так, мята мы уже собрали, засушили там. А, перчики. Перчики мы уже тоже едим недели, наверное, 2-3, как они созрели. В прошлый раз, вернее, я, видимо, по-моему, не показала. Они уже есть. Вот они. Мы уже делали фаршированные перчики. Вон там, кстати, есть побольше. Вот этот, а вот этот. Да. Как всегда, мне мешают. Но соседи увидели, что я, видимо, снимаю, выключили музыку. Не люблю, честно говоря, слушать музыку на природе. Ой, кто это такой там? Ну, естественно, все цветы. У меня там мама спит. Я кабачок покажу, наверное, вам в конце ролика. Спит. Все отдыхают, пока Дима спит.
Так, здесь у нас вся вода куда-то делась. Кстати, еще красная смородина у нас там. Туда я не пойду, там соседи странные. Такие очень. Вот красная смородина. Она, кстати, тоже я давно уже ее вижу. На той неделе она уже была. То есть не только сегодня, вчера созрела. Вот кабачок сегодня только созрел большой. Так, там черный смородин уже видела на той неделе. Здесь у нас ковш растет на дереве. Цветочки тут. А, тут у бабули тоже какие-то помидорочки, что ли, растут. Петрушка прям вообще во всей своей красе в этом году. Прям огромная. Малина. Наконец-то ее много стало. Елочки прям вообще выросли. В прошлом году они гораздо меньше были. Сейчас они прям огромные-огромные выросли. И все, свекла что-то там, смотрю, не очень. Лук, петрушки. Ой, укроп у нас вообще нету. Все, то есть сейчас мы едим малину, чуть-чуть черный смородин, красная, крыжовник, помидоры, огурцы и созревают помидоры. Вот. Мне кажется, уже яблоки, наверное, будут готовы недели через две, в середине июля. Вот оно, смотрите. Вот оно, правда, вот жигулевская, она попозже, они потому что вот такие вот большие красные яблоки. Посмотрите, предыдущий год, август. Сентябрь. Тут веточка молоденькая вылезла. То есть они большие. Ну, жигулевские они всегда большие. Но тут, правда, еще маленькие. Зеленые яблочки. Там у нас дерево болеет. Ну, тоже что-то будет. Птицы поют красиво. Там вон тучка. Мягкая. У нас растет за лесом. Ну, тут вот яблочки. Вот, вот такой у нас с вами был обзор. Сейчас в конце станет ролик моего кабачка. Ну, не моего, а нашего. И задавайте свои вопросы, пишите, что-то я, может быть, вам расскажу интересненькое в следующий раз о моей даче. С вами был канал Артмания. Всем спасибо за просмотр. Смотрите другие ролики, влоги. И всем пока-пока. Виноград еще вдавал к нам. Такие ягодки небольшие.